Топ 7. Лучший компаньон в игре The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition. Всем привет, друзья. Меня зовут Сагеро Иван. Это мой канал Мистер Кэт. Начинаем. Друзья, у меня есть отдельный плейлист «Клуб творчества Skyrim Special Edition», и для многих там будет очень много всего интересного. Ссылочка внизу, потом обязательно зайдите. Седьмое место. Седьмое место моего топа, друзья. Невероятного топа. Заходим в «Пьяный охотник», «Вайтран». Многие уже поняли, да? Да. «Клинок и тень, безмолвие и смерть. Вот мое искусство. За скромную сумму я готова поставить свое искусство на службу тебе. Я не знаю страха и сожаления. Плати мне, и мы одолеем любого врага». Ты наемница? Я художник, пишущий по холсту жизни кровавыми мазками. Ну да, я готова взять твои деньги и сражаться за тебя. В конце концов... кому нужно искусство, если не останется никого, чтобы им любоваться? Она действительно художник. Невероятная Джинаса. Я с ней проходил свое первое прохождение на запись. Она просто супер. Плюс уникальная способность подробности. Позже я тебя беру. Джинаса максимальный уровень 40. Качает легкую броню до соточки. Плюс стрельба. Соточка. Одноручное оружие 73. Скажите мне, маловато. Но, друзья, уникальная способность. Она может брать два клинка. И просто всех в салат. В салат! Она же художник. Она невероятный художник. Я играл с ней на легенде, друзья. Она вытаскивает такие... чашки и бои, что вы просто офигеете. Джинаса это почетное. Седьмое место моего топа. Шестое место. Локация под названием Черный проход. В этой локации находим комнату вот такой вот с решеткой и секретной дверью. Открываем ее. Да, друзья, у меня уже было видео. И не просто так. За этого невероятного компаньона. Хочешь что-то спросить? Кто ты? Ладно. Кто ты? Деркитус из Черного Брода. Не надо было плыть до самого водопада. Пожалуйста, вытащи меня отсюда. Теперь выводим его с пещеры. Одноручное оружие, легкая броня, скрытность и лук. Неплохо так у него прокачиваются, но не до соточки. Максимальный уровень 30, скажите мне, а в чем же? Друзья, он единственный компаньон аргонианин. Это еще не все. Если вы сразу возьмете, как только он выйдет с пещеры, в напарнике, он будет бессмертный. И это не шутка, это доказано, друзья. Аргонианин, шестое место. Пятое место. Пятое место моего топа занимает персонаж, которого вы сможете полноценно взять только тогда, когда полностью пройдете соратников. Да, друзья, пятое место это... Ты умеешь добиваться своего. Мне это нравится. Эйла. Есть для меня указание, предвестник? Охотница. Следуй за мной. Тогда не будем терять времени. Единственная соратников, которая не захотела отдавать свою звериную сущность. Стрельба сотня. Между прочим, она учитель по стрельбе. Берете ее, учитесь, а потом просто-напросто с инвентаря забираете денежку. Очень удобно. Легкая броня сотня. Одноручное оружие 75. Но это и не мешает быть лучшей воительницей во всем Скайриме. Пятое место. Эйла. Прекрасная. Эйла охотница. Четвертое. Четвертое место. И этого компаньона вы сможете взять только тогда, когда полностью пройдете Темное Братство и не убьете Цицерона. Цицерон твоим услугам, о великий и могучий слышащий. Я приказываю тебе сопровождать меня. О, да, Цицерон и слышащий, на
на охоту! Таких сумасшедших фраз вы просто ни у одного компаньона не слышали. Конечно, за одну фразу про котят мне просто хочется его придушить, друзья. 50 уровень максимальный. Одноручное оружие 100. Легкая броня 100. Луки, по-моему, 97. Даем ему бритву Мирунуса и... Давай! Укокошим кого-нибудь! Да, черт! Мне от тебя кое-что нужно. А подкрадываться и бить из-под тишка придется? Умоляю, скажи да. О, да, это маньяк. Слышишь? Наводим на цель. С удовольствием, мой, слышишь? И погнал. Лакуэ, ты выбираешь время, чтобы заблудиться, дружище. Хватит. Вот так тебе. Заступать мне дорогу. Друзья, возьмите его, и вы не пожалеете. 100% не пожалеете. Друзья, ну вот мы подобрались и к третьему месту. Солтхейм, Воронья скала, и отправляемся в пьяный меч. И невероятный... Телдрин Сиро, наемник. Если найдутся деньжата, я к твоим услугам. Лучший мечник во всем Моровинде к твоим услугам за определенную сумму. Лучший мечник во всем Моровинде. Я тебя нанимаю. Тогда вперед. Максимальный уровень 60. Одноручное оружие 100. Легкая броня 100. Магия восстановления 100. Магия разрушения 100. Магия колдовства 100. Также вы видите, он сразу призывает огненного Атронаха. Это решает. Это решает. Это невероятно решает даже на легендарной сложности. Я его протестировал и обалдел, друзья. Советую. Советую его на легенде. Он вам очень сильно поможет. Второе место. Второе место моего топа по лучшим компаньонам, друзья, занимает... Догадались? Да. О, что это? Сирана. Пойдем со мной. Идем навстречу новым приключениям. Очень симпатичная, очень мощный маг. Маг разрушения. Вампир. Да, и между прочим, ее можно вылечить. Но только с тем условием, если вы нормально с ней общались. Я просто офигел, друзья! И она просто чудо. Между прочим, по завершению квеста Дангард, потом можно у нее брать еще стрелы в крови. Это будет потом. Друзья, почетное, самое почетное второе место я отдаю Сиране. Очень крутое, очень. Но перед тем, как я расскажу, кто же на первом месте, друзья, напишите, пожалуйста, в комментарии, кто для вас лучший компаньон или с кем вы сейчас бегаете. Пожалуйста, напишите. Друзья, первое место. Встречаем. Здешние пески холодные, но когда ты здесь, Каджиту становится теплее. Джзарга, друзья, лучший компаньон. Почему он лучший? Сейчас я вам все объясню. Иллюзия 100, разрушение 100, восстановление 100, тяжелая броня 100, одноручное оружие 100. Он просто невероятен, друзья. Он единственный. Единственный компаньон, у которого уровень растет вместе с героем. Вы представляете? Его скиллы, его манна, жизни, все растет вместе с героем. Это единственный компаньон такой. Друзья, берите его с первого уровня и идите куда угодно, хоть в Обливион. Да, котики. Котики лучшие, друзья. Так что он у меня занимает первое, самое первое почетное место. Потому что когда вы играете на легендарной сложности, то вы качаетесь и качаетесь, друзья. Особенно когда проходите все-все квесты. Я советую его. Это просто невероятно. Бесконечный уровень. Так как и у вашего героя. С ума сойти. Да, друзья, это мой топ
лучший топ компаньонов. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Счастья вам, всего самого лучшего. И играйте за котиков. Пока, друзья. Пока.